Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И поскольку вы многие знаете, что вплотную занимаюсь работой на платформе InfiniAI, в которой я вчера успешно зарегистрировался по реферальной ссылке, но скоро, по моим прикидкам, это будет невозможно сделать без оплаты первоначальной тех $50, необходимых для доступа к инструментам InfiniAI. Но ролик не о том. Еще до того, как зарегистрироваться на этой платформе, я искал по всему интернету всевозможные методы, способы, инструменты, о которых говорили известные всем нам люди, которые давно уже торгуют на Амазоне, eBay и так далее, для того, чтобы быть готовым вот к этому дню. И во время одного из поисков наткнулся вот на такой интересный сайт amzboost.com. Ну, открывается сайт, сразу начинает рассказывать ролик, проигрывается на классном английском. Остановим его, прокрутил его вниз, посмотрел, что это, как это. Вот тут красивые скрины, как увеличить поток продаж, рассказывающие об этом вот за 24 часа и так далее и тому подобное. Если быть более так конкретным, это платформа, программка для создания вот бонусных купонов. Облегченный вариант, как быстренько и удобно все это сделать и этими самыми купонами увеличить свои продажи. Ну, перешел, как и положено, на FAQ. Вот такая вот страница. И включил ролик. Прислушайтесь. Не знаю, как вам будет слышно. Hi, and welcome to amzboost.com, number one web service for boosting your sales, reviews and bestseller ranking in Amazon system. Вы слышите акцент? Я чуть не упал. Что-то до боли знакомое и защемило. Так, пошел узнать, что же это за сайт AMZBoost. Оказывается, в Украине базируется. Кто владелец? Максим Высочанский. Адрес: город Тернополь, код, телефон Киевстар. Как же у него интересны дела с Амазоном, с Алексой. Вот он, этот сайт на Алексе. Ну, все было ровно и запустился. То есть зарегистрирован домен. Естественно, пока что трафика нету, ну, нечего предложить. И с 6 января, с 5 где-то, 6 января, сразу после праздников, вот такому взлету позавидует любой хайп, о которых мы знаем. Трафик из Штатов. То есть за несколько дней бешеный поток трафика, можно сказать. Для нового сайта это очень хорошо. К чему этот ролик? Этот ролик к тому, пока многие из нас думают, гадают, будет там торговля на этих Амазонах и Ибеях, как там, что сделать. Простой парень, Максим Высочанский из Украины, изучил все эти способы и методы, убедился в том, что это реально торговые площадки, на которых можно зарабатывать деньги, и создал инструмент с инструкциями на приятном моему уху языке, английско-украинском. This video
video tutorial is about how you can create. Ну, это конец света. Вот так вот, друзья, думайте. Я лично уже давно и хорошенько все это обдумал. Пожелаем Максиму и нам всем удачи с Амазонами и eBay. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.